прибавляет в третьих 20 минутках. 11 побед, 4 ничьих и 5 поражений у команды Майкла Кинена. Ну и напротив, одна из худших команд «Авангард». По игре в третьих периодах лишь 2 победы, 9 ничьих и 10 поражений. Вот выход 2 в 1, пожалуйста. Ну и посмотрите, что творит Мазякин, а? Как здорово обманул Гарона. 3-2, «Магнитка» впереди. И какая ошибка, а? Какая ошибка! Зарипов на Мазякина. Этот дуэт вновь сегодня сыграл и заблистал во всей своей красе. Мазякин дубль делает. Настоящий ответ Максиму Казакову из «Авангарда». Сделает молодой нападающий дубль в первом периоде. Ну и Зарипов классную передачу, конечно, сделал. И как убрал Гарона Мазякина.